Ну что ж, всем привет. Сегодня решил заснять небольшой обзор находок за январь месяц. Сегодня 1 февраля, 2019 год. Вот. Ну, правда, прошло немножко времени, но за это время появилось немножко находок. Так, ну начнем с этого. Вот такой приказник на 6 этажей. Ну, правда, это не мне, а одному из подписчиков. Ну, я обязательно передам. Вот, давайте посмотрим, что у нас за приказ. Это у нас приказ PL-7606. Год, это получается произведен 2 февраля, это значит февраль, 83 год. Ну, не знаю, попробую сейчас, наверное, на камеру будет плохо, к сожалению, видно. Это, ну, точно говорю так, как есть. Так, хорошо, ладно, передадим. Так, дальше достался вот такой мне приказник на 12 этаже, это залипайка. Ну, она уже была покрашена, естественно, таблички никакой тут нет. Ну, в принципе, неплохого состояния, но единственное, нужен ремонт. Ну, я, скорее всего, просто магниты переставлю. То, что у меня был приказник, тогда я снимал, как я игрался с хлопушкой. Вот, и получу полноценный рабочий приказник. Или приказник. Лучший приказник, я скажу. Вот. Ну, да, я здесь сделал ремонт. Я выбил здесь два провода. Вот, сейчас. Потому что я там, когда вскрыл, там вообще все были срезаны. Мне пришлось 2,5 часа сидеть, перепаивать. Вот. Ну и в конце концов я установил, и тут оказалось, что вот эти магниты, по-моему, 7-го и этого еще этажа, к сожалению, не залипают. Ну, было, к сожалению, немножко спалено прошлым владельцем. Ну, я уже сказал, что я сейчас отвезу, вот, отремонтирую приказник, и уже будет полностью рабочий. Так, дальше, вот такая вот кнопка досталась, это уже поновее. Так, ну, крышки, к сожалению, там на крышке не написано название. Но это я так чую, что это 93-94 год. Но что-то я склоняюсь все-таки к 93-му году. Дальше вот такая вот, ну, на вид новая, ВП-710. Ой, нет, прошу прощения, 11-я. Ну, да, с виду похоже на 710-ку. Ну, какой это год? Ну, к сожалению, здесь не написано, но я так подозреваю, здесь точно это 01, значит, это у нас январь. А, вижу, 91 год. Ну, это уже поновее, я так подозреваю, что это было снято с административного здания, потому что вот, у меня есть еще вот такая кнопка, вот вверх-вниз. Ну, я ее уже подключал, она полностью рабочая. Это уже ВП-721. Это какой у нас год, интересно. Но, к сожалению, по-моему, мне так кажется, что она 90-го года. Но месяц. Ага, вижу, 4-й месяц. Это у нас апрель получается. Если 0, значит, скорее всего, 90-й год. Вот. И я так чую, что обозрев эту кнопку, кто-нибудь попросит дать что-нибудь на обмен, я предупреждаю сразу. Эту кнопку я никому не дам, потому что она у меня не единственная, одна, и всё лишь редкая. Вот. Она мне самому нужна, я ее сейчас увезу, я ее поставлю себе в коллекцию. Ну, я, естественно, уже подключал, она работает. Вот. Ну, дальше уже мелочи. Это я купил кулер, потому что у меня он полетел там на даче, я ее просто поменяю. Вот. И вот такой вот сейчас... Еще небольшой обзор сделаю. Это USB-тестер для пауэрбанков. Ну, то есть, сейчас объясню, как покажу это работает. Сейчас я достану, во-первых, свой, как бы говорится, пауэрбанк. И сейчас я наглядно примере все это продемонстрирую. Так, где у меня был этот пауэрбанк? Ну, на самом деле, это счетчик. То есть, там можно посмотреть, допустим, сколько здесь точно миллиампер часов. Вот сейчас я ее подключу. Так, включаем. Так, ну вот, показывает 5,13 вольт. Времени прошло, автономной работы
6 минут, и он насчитал 52 мАч. Ну, вот для нагрузки можно взять какой-нибудь мобильный телефон. Ну, у меня есть тоже с Алиэкспресса вот такая вот USB-нагрузка, в принципе, которым можно это все ручкой регулировать, там, ну, ток разряда. Ну, вот сейчас я все это на наглядном примере покажу. Сейчас я, давайте я его воткну. И вот сейчас я... Так... Отключился, потому что... Так, ну давайте сейчас еще раз включим. Так, вот, вентилятор закрутился. Вот, показывает 4,90... Ну, почти 5 вольт. Вот, у нас, получается, нагрузка идет 1 ампер. Можно чуть-чуть прибавить. Я вот сейчас прибавляю. Ну да, это уже большая просадка. Ну... 2 ампер. Ну, на самом деле, можно до 6, этот ампер я уже проверял, до 9. Ну, сильный. Ну, вот видите, вот сейчас вот вентилятор крутится, нагрузка создана. Вот, вот нагрузка текущая. 0,67, там 70 мА. Вот, время прошло 6 минут, и он насчитал 62 мАч. Ну, вот что, в принципе, довольно... неплохо, потому что, ну, я точно еще пока что не гонял, не проверял емкость, поэтому, ну, вот я буду это заниматься, чтобы проверить емкость. Ну, в общем, такие дела, вот такие мои находки. Ну что ж, спасибо всем за внимание, до новых встреч, всем пока.